Кавказь. У нас осталось 5 футболок. Слышишь? Все равно берешь камень. Все? Все решает босс. Thank you.
Nowego Miasta. А, я забыл, что говорить Финч. Научи. Грусть, печаль, тоска. А, окей. А следующий трек называется «Тигр леопард». Да, или «Тигр леопард». Я не знаю, «Тигр леопард» как-то проще звучит. Погнали. Домашний сет получается. Очень давно такого не было просто. В этом же клубе, ну, многие, наверное, кто сегодня пришел, помнят. Имби Фэмили, Пупан Комьюнити и так далее. Это было очень круто. И сейчас просто мы возрождаем эту атмосферу. Спасибо большое Вале. Спасибо большое Тройка Плавера. Да, спасибо большое, ребят. Извините, что я ошибся как бы там. Но, блин, дико круто вас всех сегодня здесь видеть и ощущать эту домашнюю атмосферу. А, следующий трек это, ну, «Время каверов». Я думаю, просто у нас очень много песен, мы очень ленивые. А, следующий трек это каверная группа «Citizen». Ну, я думаю, вы сами угадаете. I sleep outside.
ставился микрофон, поэтому я прошу вас подойти ближе, пожалуйста. Ну вы уже почти здесь. Ну, ребят, ну ладно, чё? Я не знаю. Ладно, сейчас будет такая композиция легенькая, типа осень, грусть, там, печаль. Ну, я думаю, многие меня здесь поймут. Кстати, не, нифига не кстати будет, поэтому ладно. Я могу отдохнуть. Ладно, эта песня или композиция называется просто «Три». Просто у нас не хватило как бы новаторских способностей, чтобы придумать название. Каких коварских способностей, да?
поступил опять в Эдди Коверов. А, это будет каверная группа Basement. Ну да, наверное. Пусть будет еще. Просто сказали тянуть время, вот мы его и тянем. Это будет, типа, это будет завершение сегодняшнего нашего сета. Хотелось бы сказать спасибо, что пришли, ребят. И спасибо.